Доброе утро, друзья. 22 января у нас сегодня. Предпоследний день отдыха в этом отеле. Сегодня у нас, как обычно, вылазка. В общем, выезжаем сегодня в аэропорт Майкал. Этот аэропорт популярен тем, что там очень низко садятся самолеты. Да, где-то ехать, наверное, минут 45, час, а может меньше, не знаю. Будем смотреть, как прилетают самолеты, делать классные фоточки. Ну и, конечно же, снимать все это на видео. Все, ребята, выдвигаемся. Смотрим, смотрите, сколько байков в нашем отеле. Все, садимся на свой авто местный, заряжаем карту и валим. Я достану тут. Немножко, да? Сейчас будет солнышко светить, а чаще необходимо. Опа. О! Сцепление сгорело. Движемся в сторону Майкао пляжа. Посмотреть, покупаться. Посмотреть на самолеты и покупаться на пляже. Видите, какой тут движ. Все очень плотненько. Короче, решили сделать небольшую остановочку, потому что уже полчаса проехали, немножко болит зад, надо, короче, это
можно немножко отдохнуть. Пойдем зайдем в 7-Eleven, здешний популярный супермаркет. Вот. А потом поедем дальше. Что будем брать? Морожка? Ну что, я бы морожка бы одно съел бы. Я тоже, вам много. Что тут есть? Покажу вам место 7-Eleven. Тайский. Это мы уже на Пхукет-Сити, наверное, где-то находимся. Уже город такой, моля. Видите, тут продается всяко-всяко. От семечек, всяких орешков до сачков. Напитки, чипсы, водичка. Кстати, водички давай. Я же говорю, в городе дешевле. 40, а тут 20. Ну, ну. Микростакинчик. Вот что значит не курортное место. Анчоусы всякие, вот эта вся ерунда, вся острая. Страшно, после нее потом в туалет не заходить. Ну, короче. Вот такая вся. Вареничка продается. Еда. Хот-доги, как обычно. Тут куча полуфабрикатов. Некоторые из них вкусные, но в основном на местные желудки рассчитаны. Мне нравится здесь кукуруза. Берешь такую кукурузку. Выглядит вот так. Вот так. Желтенькая. Подогревают сразу. Такая сладенькая, вкусная. Советую. Кто будет в Таиланде, попробуйте. Ну и понятно, что кексы такие очень вкусные. Йогурты. Молочка. Молочка тут вся без лактозы, потому что местные желудки лактозу вообще не воспринимают. И вообще молочку трудно найти где. Только в некоторых местах. Кстати, вот такие права нужны на мотоцикл вот здесь. Я еще с Америки брал. 15. Не, стало не так. Все? Let's go. Подождем. Это неохота мне между этих байков целаться уже. Погодка классная сегодня, ребята. Прохладненько. Не так прохладненько, так свежо. Да. Ой, хорошо. Сегодня на массаж на вечером сходить. Чтоб помяли немножко. Давай на потонгу, придам там на первый раз. Давай. Он все нормально. Да, для того. Давай. Хорошо, когда есть байк, а не машина. Можно слева объехать. Нет, классно, чёт... я. Не, ну в Таиланде на байке классно. Это аппарат, ребята, вот это класс. Нормально.
Ну, меня бы уже не помешало. 650 там Honda мотоцикл. Ну вот мы и на Майкао пляже. Значит, мы докатили до этого пляжа, до Майкао. Здесь аэропорт. Вон там такие люди. Садятся все самолеты. Сейчас будем смотреть. А вот и первый самолет. Садит и прямо на пляже. Смотрите, как круто. Все, погнали. На сам пляж, купаться и ждать посадки очередного самолета. Первый я успел заснять немножко. Здесь качельки вот такие, смотрите. Классно, спуск на пляж. Песочек желтый, правда, не белый, но обалденно. Кто в теньке сидит, смотрит, наблюдает за самолетом. Кто на пляже купается. Слышна русская речь повсюду, как обычно наш народ здесь отдыхает в немеренном количестве. Пляжик спокойный, купаться можно вообще без проблем. Но что-то никто не купается. Много не купаются. Вон он, аэропорт, это уже севшие самолеты, которые взлетать будут. Или которые только что приземлились. Будем ждать громадного Боинга или аэробуса. Дорога составила где-то примерно 1 час 30 минут, скажем так, с всякими пробками, остановками. Не так уж долго. Дорога была интересная, классная. Малайзийские авиалинии пошли на взлет. Вот прям настолько народу собралось здесь, короче, посмотреть на это все зрелище. Все эти самолеты сделали мы фоточку уже одну, один самолет сел, ну я думаю, что на посадку еще будет заходить не один. Вон он уже один летит, светится, блестит. Сейчас мы его на видосик снимем. Короче, летит Санрик. Вон он. Сейчас посмотрим. Прикольно. Смотрите, люди даже решили где-то свадьбу сделать прямо здесь. На острове, прямо на пляже. Классно. Сейчас будут наряжаться и фотографировать, когда будет лететь самолет. А мы идем ближе, туда, где он прямо над нами должен пролетать. Думаю, будет интересно заснять. Короче, в ожидании. Классное место. Сейчас, короче, понаснимаем немножко и пойдем купаться. Тут купаться нельзя, кстати, этих людей нету, потому что здесь садятся самолеты и может быть опасно. Здесь даже были случаи, когда сдувало людей вообще. Бывало такое, он стоит, короче, на разгон. Включает турбины, моторы на всю. Ну и соответственно, вот сейчас, видите, соответственно ветер пошел. И вот когда там люди стояли, они просто улетали, прикиньте. От этого. Но сейчас они сделали немножко полосу подальше. Я полагаю, что здесь уже так сильно не задувает, потому что это небезопасно. И вот пошел Air Asia на взлет. Тут же взлетка, тут же и посадочная. Конечно, классно было бы, если бы сел самолетик такой, знаете, двухэтажный Boeing. Вот они когда садятся, тогда все так величественно смотрит, какая махина, короче, падает на землю. Это просто. Если честно, пока на горизонте ни маленьких, ни больших. Вот это красота. Но это был маленький самолет, это такое. Еще один заходит. Начинается один за одним, красота. Вот это жаба больше. Ох, ребята, если бы вот такой на посадку зашел, смотрите, двухэтажный Airbus.
Вот этот красавчик вообще просто. Ох, какой он громадный. Это просто 4 мотора. Я думаю, улетает куда-то или в Китай, или подальше. Минимум 10-800 перелетов будет на такой громаде. Красава. Вот если он сейчас дуванет, может быть и подует сюда ветерок на пляж. Пошел на взлетную полосу. Китайские авиалинии. Какой же он большой. Приглушил моторы, а ну-ка сейчас посмотрим. Что-то так тихо стало, он что, их вообще заглушил? Сейчас как дуальмот, короче. Я прям много моторов остался. Отойду-ка я в сторону, если честно. Мамча. Мощно. Пошел вверх. Такое судно поднять в воздух, это надо много усилий, много лошадиных сил. Получается, я так понимаю, два взлетают или три, два садятся. Сейчас будем ожидать самолет со стороны океана. Только что взлетел самолет, смотрите, как на море. Волна какая пошла от ветра, а тут видно. Что это, зайка? Ты запарилась уже здесь сидеть? Немножко жарковато, ребят. Реально чуть жарковато, то короче уже надо взять что-нибудь попить. О, с пропеллерами летит такой. Не с джетом, а с этим. Старый какой-то. Короче, сидим себе, чилаем, смотрим на сандрики. Это так прекрасно, на этом пляже Майкао, это нереально. Мы даже купаться не хотим идти, настолько тут что-то лениво. Обстановка, тенечек, купили водички, пьем водичку и отдыхаем. Малая лазит где-то в интернете, там, в инстаграме. Знаешь, какая гарная заставка? Да ты что? Классно. Будет приятно на тебя смотреть. Все, смотрим дальше, вон еще один приближается. Немножко посидели, отдохнули, пойдем пройдемся. Ставим тут водичку. Пускай давай в тени.
що то ракушка, то баскет лежить. Ну, став, ти забери. Ракушка несла. Видите, тоже куча байков. Мы сначала подумали, что сюда нельзя заехать на байке. Оказывается, можно. Мы аж до самого конца, до самого пляжа уперлись, где садятся самолеты. А здесь, кстати, здесь кукурузу продают. Да, я возьму? Продают варенку кукурузочку, фруктики. Сейчас мы пройдемся по пляжу, потом вернемся. А здесь такой пляж классный. Здесь пальмы такие интересные. И на них прикручены много качелей. Садись на качельки, себе отдыхаешь. Это все парковочка, здесь, думаю, можно на байках парковаться. Все сейчас достаточно свободно просто. Везде лавочки, бревна. Все сделано для отдыха. Тут расположен отель прямо на берегу. Или виллы. Есть души. Можно обмыться после пляжа. Кстати, вот здесь покупаться, а здесь обмыться. Пойдем в этот, на пляж. Вот самое купальное место, пляж Майкал. Ну, это его часть небольшая. Здесь много людей с детьми. Че, ребятки, покупались на Майкал пляже. Видите, хороший пляжик такой, водичка, супер. Все огорожено, буйки, все дела. И все это в таком хвойном лесу. Место просто супер. Присели, выпили по соку в этом отеле. Здесь прям возле океана вот такой вот отельчик. Шикарно. Кстати, еще одна Air Asia садится. Самолет за самолетом, короче. Присаживается на пляже Майкал. Дальше движемся сейчас, наверное, покушать куда-нибудь. И поедем, наверное, в сторону отеля уже час дня. Почти два. Музыка у них классная, слышали? Но зайка уже тоже промокла. Короче, нормально. Тебе так не нравится? Конечно, что не нравится. Короче, веселуха. Нормально. Много людей, много нашего народа, как говорится, из России, из Украины. В общем, прикольно здесь. Я вам скажу, на Майкал. Такой у нас небольшой трип был сегодня с утра, мы где-то всем проснулись, наверное, в 9 выехали, в 10:30 были на месте уже. Классно. Давай сразу. Пока самолеты. Посмотрели, уже наступило 12. Пока туда-сюда, покушали, покупались, уже 2 часа. Ну, нормально. Еще, я думаю, часик, сейчас мы здесь на базарочке что-нибудь купим и будем выдвигаться. Везде стоят такси, кому нужен райд. В любую точку этого пляжа или еще куда-либо. Вот такие вот такси с коляской. Девочки даже водят. Класс. С музыкой, с комфортом можно передвигаться по местным достопримечательностям. Ну, а мы вернулись сюда за кукурузкой. Может быть, кокосик еще выпьем. Сейчас посмотрим. Тут вообще много всего есть. О, есть креветочки хорошие. Креветочки могут вам пожарить. Я думаю, сейчас вот как раз пожарить штучки 4. Сколько стоит, я не знаю, сейчас узнаем. Кукурузка, тут же у вас манго. Манго, арбузик, кукурузка. Красота. Кукуруза. Да. Все, добрались мы до кукурузки. Ту. Окей. Толь. Окей. Еще здесь есть живые креветки. Ну, почти живые, так скажем. Свежие. Осьминоги. Все это можно пожарить на грильчике. Или в масле, как хотите. Кукурузка огонь. Тис, как тебе кукуруза? Классно. Very good. Супер. Заказали креветочек. Подоспеют. Креветочки в чесноке. И креветочки обычные такие вареные. Стоит это дело $10. Что эти креветки? Что в чесноке, что вот такие. Это классно. Очень недорого здесь. Здесь у них кукурузка. Видите? С
свеженькая. Я уже две схомячил. Хватит. Вот они родимые. Креветочки-то. А ее красота. С чесночком. Понятненький. Ням-ням. Бон аппетит. Короче, ребят, нам так понравились креветки, что мы заказали еще креветки в чесноке. Креветки в чесноке. Заказали еще и кальмары в чесноке. Сейчас будем пробовать. Все, друзья, покидаем пляж Майкау и двигаемся дальше. Небольшой селфи рядом с вот этой вывеской. Это так называется. Бао Пойнт. Аэропорт Майкау Пхукет. Все, мы выдвигаемся на Корон, назад. Писа уже ворует мой байк. Наверное, сейчас она его завалит. Не урони. Давай не урони. Все, тормози. Тормози, я его заберу сейчас. Ну ты сильно. Сильно, молодец. Я навіть не думала, що він такий важкий. Час 13. 40 гельками. Одну заправку зраю. Може на заправку заїдемо, потім заправимося. А бат нема у нас. А, ну у нас сотка є, поміняємо. Все, гайз. Давайте. А, молодик. Что у меня в кармане? Копейки. На 2 бата заправимся. Celebrate, no pump fake, hesitate. I've been scoring every day. Scoring. Champagne Perrier. Since 9-3, been in the box, now stepping up to home. Like straight out the sand lot, now I'm plotting on the globe. I work hard, I show love, that calm and steady grind. Got this far, I go hard, let God take control. I was starving, skinny, now my weight up. Got no energy for haters. See you trying, see you later. I'm shooting for the stars, need no laser beam. Blowing like the greatest, but it's one who's always greater. Yo. Go dumb, me, go beast, oh no. I go beast, go deep, I OD, oh no. Короче, уже полпути домой проехали. Нет, уже полпути домой проехали. Движемся потихонечку. Уже назад чуть-чуть смелее. Малая сзади засыпает, короче, говорит, не спать, а мы там можем с байка упасть. А, красиво. Так прохладно как-то здесь мне. Что за это? Вот это болото, наверное, прохладно идет. Вставай. Дядька какой самурай стоит наверху. Устала, да? Я тоже. Немного. Класс. Можно руки помыть. Ничего себе. Это храм их, наверное, какой-то. Ручки помыть можно, да? В туалет бы сходить еще. Давай фоточку на фоне сделаем. Ты про вот эти ворота говорила, да? Красиво, что это алюминий разве? Да. Нержавейка, а не алюминий. Ты сказал нержавейка? Ты говорила алюминий все время. Да. Интересное местечко, поднимемся, посмотрим чуть-чуть. Пока отдыхаем. Взяли брейк. Получается, проехали.
Ничего себе, китайский какой-то храм, походу. Вау. Представьте, какая декорация, да? Даже не знаю, тут можно подниматься сверху или это для чего-то другого. Вот сейчас. Так вот все смотрится здесь. Красиво. Такое только видел где-то в книжках китайских. Не знаю, можно там снимать, но я пойду попробую. Колокольчик. Столбы с этой реки резные. Снять тапочки перед тем, как зайти, как мусульманскую эту церковь или в синагогу, я не знаю. Или какие-то алтари у них стоят. Куча богов, походу, непонятно тоже. А, интересно, эта религия в Азии. Тут не одна, она прям пантеон богов и религий всяких. Издревле. Тоже свечи зажигают. Пожалуйста. Вся династия Цинь. Ну что, ребята, мы уже на Патонге, скоро будем дома. Тут такой движ сегодня просто. Проехали только что одну аварию. Жалко, камера села на голове, которая не засняли. Стоим вот на светофоре. Ждем, пока все тронутся.